Йога, если вы шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Little Miss Fortune, либо маленькая неудача. В прошлой серии мы отдали кошелек, мы попали в какую-то яму, мы раскапывали могилы, и теперь мы пришли на остановку. Посмотри, нам нужно подождать 2 минуты. Ничего себе. Мне не терпится встречаться с кузнецом Бенджамина в зоопарке. Я расскажу ему, как плохо Бенджамин тебя вел. И что Бенджамин должен быть стыдно. Звучит отлично. Здесь написано, что дети младшего 15 лет могут ездить на автобусе бесплатно. Мне 8, так что все хорошо. Здорово. Сейчас, когда я подумал об этом, пожалуй, тебе нужен билет. Ты кажется старым. Я определенно старше, но меня никто не видит. Ладно. Тебе около 20? Да, где-то около того. Не, сесть и подождать. Делай, как хочешь. Хорошо, спасибо. Не, я немного похожу еще, посмотрю, что есть. Прошу прощения. Как ты посмел? Где песик? Это ты забрал песика? Собачек нужно гладить, а не забирать и... Не пойми чего. Я не знаю. А ты? Правда? Хорошо. Смотри, улица называется Дикинс Роуд. Понял? Дикинс Роуд. Дик. Неудача. Я понял. Ладно, давайте посидим, подождем. Я присяду. Я немного устал от всей этой ходьбы, понимаешь? Могу представить. У тебя очень маленькие ноги. Именно. Я маленькая леди. Вот кто я. Посмотри на этих старушек. Они жутковаты, тебе не кажется? Честно, я видел и похуже. Правда? Да. Знаешь, моя мама носила такую же маску. Ей нравится прятать за ней улыбку и слезы. Тебе бы хотелось такую маску? Нет, может быть, я не знаю. Автобус приехал. А смотрите, а это без маски водитель. Так, мы отправились, хорошо. Так, это мы в зоопарк едем, да? Поездка на автобусе займет некоторое время. Как ты это относишь? Ничего. Хиро составит мне компанию. Кто такой Хиро? Это мой друг из Японии. Кстати, он призрак. Он постоянно говорит «Кирида Двакусака». Ты очень забавный, неудача. Призрак не существует. Кирива да сука. Эй, неудача, смотри. На поле целый стадо коров. Ой, я люблю коров. О, как мило. Сейчас что произойдет, да? Фу, так много какашек. Беги со всех ног, маленький детеныш, корова. Боже. Несчастье происходит постоянно. Следующая остановка — зоопарк. Кажется, мы подъезжаем к зоопарку. Отлично. Ух ты, вот и мы здесь. Не терпится попасть внутрь. У тебя же есть билет, верно? Какой билет? О, разве я не дал тебе билет ранее? Что? Нет, не давал. Боже мой, прости, я совсем забыл. У тебя есть идеи, как попасть внутрь? Ну, ты понимаешь, не заплатив. Я видела, как мама показала грудь парню в магазине и получила бесплатную еду. Только моя пока не выросла, значит, это не сработает. Понятно. Так, у меня есть идея. Что если мы воспользуемся отвлекающим маневром? Что такое отвлекающий маневр? Ну, мы заставим билетер посмотреть в другую сторону, понимаешь? Хорошо, дай-ка подумать, что я могу сделать. Так, давайте сначала я схожу... Сохраниться, стойте, сохраниться нужно, а то я хер знает, когда сохранялся.
хорошо, туда мне не попасть. А, волк! Я могу погладить волка? Он выглядит очень милым. Просто подожди и узнаешь. Неудача. Подожди и узнаешь. Хорошо. Я подожду и узнаю. Интересно, если я реально подожду и узнаю. Ха-ха. Или нет? A wolf. Can one pet the wolf? He looks really sweet. Just wait and see. Wait and see. Okay. А если вот после этого я серьезно могу подождать и узнаю? Huh, они знают о пропавших детях? В смысле, не понял. Они знают о пропавших детях. Есть билет в зоопарк? Фу, мерзость. Нет билета, только гадость. Здравствуйте, я могу пройти бесплатно? Видимо, нет. Так, что здесь у нас? Эй, помнишь? What? Что? Фантасматагория. О чем ты говоришь? Ни о чем. Hey, remember? What? Фантасматагория. What are you talking? Nothing. А, забыл все-таки. Okay. Так, это хрупкое, словно... Словно можно разбить булыжником или чем-то еще. Или каменем. Кажется, я кое-что придумала. Что если... Ну, смотрите, мы можем разбить окно, и это будет херово. Разбить мы могли бы окно с помощью второго предмета нашего друга. Это камень. Там мистер Камень лежал, а мы взяли этого. Единорога. Но мы можем просто соврать, на самом деле. То есть не разбивай стекла. Я совру так, что он поверил. Ложь? Неудача. Ты уверена, что хочешь это сделать? Да, то есть это единственный способ попасть внутрь. Доверьте мне, отлично. Пошли. Здравствуйте, прошу прощения, на автобусной остановке один из пропавших детей. Я только что ее и увидел. Возможно, вы захотите пойти проверить. Спасибо. Да, получилось. Так, разве это не чудесно? Мы увидим несколько зверей в клетках. Столько зверей в клетках. Зверей в клетках. Кстати, ты отлично справилась с тем, чтобы не попасть в билетер. Очень впечатляет. А, спасибо. Но теперь нам предстоит отыскать выставку волков. Почему? Хочешь сказать, кузен Бенджамина волк? Да. Помни, он знает, где живет лис. Хорошо. Окей, что-то мне не нравится. Мне кажется, он к волкам хочет нас закинуть. Пираты. Смотри, птичка, ням-ням. Что? Что ты мне сказал? Иди нахрен. Господи, неудача. Следи за языком. Мне плевать, эта птица злая. Ох, боже. Нужно как можно скорее вернуть твое счастье. Попугай-пират. Птица-попугай ням-ням. Продолжительность жизни 10-20 лет. Рацион всеядный. Широко распространен по всему миру. Конечно, именно в таком виде. Описание. Это вид попугаев встречается по всему миру. Они много болтают, но мало говорят по делу. Обычно работают вместе с человеческими пиратами. Прирожденные воры, основатели фронта освобождения. Здесь написано попугай ням-ням, это вид попугаев, встречаются всему миру. Немного болтают, но мало говорят по делу. Они обычно не работают вместе с человеком. Понятно, птичка ням-ням. Умный филин. Смотри, эта птица кажется довольно умной. Это не так, поверь мне. Пойдем дальше, неудача. Хорошо. Так, сова восхитительная.
птица сама восхитительна, продолжительность 60-100 лет, нихера себе, рацион всеядный. Встречается в крупных городах. Описание. Эти совы, как правило, держатся вблизи библиотек, книжных магазинов и кофеен. Хотя они кажутся невероятно умными, эгоцентричный образ жизни побуждает их собирать много бесполезной информации. Живут за счет внимания. Так, это пропускаем до речи, где без скобочек. Забавная птичка. Так, давайте, короче, сейчас сбегаю из водички и вернусь. Так, продолжаем. А где же твой палец делся? Или он сейчас будет? Болельщики, петухи. Ну, короче, это сравнение с людьми, на самом деле. Такое ощущение, словно эта птица меня оскорбляет. Не бе... Обращай внимание, она не понимает, что делает. Ладно. Забиватус. Птица на все забиватус. Продолжительность жизни 40-70 лет. Рацион всеядный, широко распространен по всему миру. Описание. Эти птицы размножаются с очень высокой скоростью, с разными партнерами, оставляя после себя нам неблагополучное потомство. Пока не занимаются бессмысленными развлечениями, их ничего не волнует. It says, these birds, they don't care. Ха, на самом деле? Так, я вижу зернышки. Украсть семена для птиц. Нет. Я не хочу воровать, даже если это хорошо для птиц. Я маленькая леди, понимаешь? Маленькие леди так и не поступают. Все просто. Понятно? Понятно, неудача. Вау, сколько всего можно посмотреть здесь. Найди зону с волками, чтобы мы знали, куда идти. Кажется, зоопарк вот-вот закроется. Ну, в принципе, волк. Вот, шестое. Здесь, видишь? Погладьте волка. Отличная работа. Теперь поспешим. Ай, фу. То есть я сам могу ходить. О! Знаешь, я очень раздражена прямо совсем. Что со мной происходит? Я чую запах гормонов, что просыпается в тебе. Чего? Гормонов? Нет, гормонов. А кого она сказала, гормонов? А, понятно. Твое тело говорит к созданию новой жизни внутри тебя. Ты испытаешь много новых ощущений, которые обострят твои чувства. Понятно. А если выше от 3 до 5 дней будет... Фу, ужас. Кроме того, ты будешь страдать каждый месяц долгие-предолгие годы. И обещается будет относительно к тебе как к мусору. Ты серьезно? Абсолютно. Кажется, мне срочно необходимо блестки. А, намного лучше. Ну, это понятно, на что ссылка. На дне фонтана лежат монетки. Да, это желание людей. За желание можно заплатить? В наше время люди думают, что за деньги могут купить все. Хотела бы я бросить монетку и пожертвовать обратно свое счастье. И чтобы Бенджамин превратился в хорошего лиса. Я бы предложил пошлость с ним на свидание, станет хорошим. Ты закончила здесь? Неудача. Да. Но мы, получается, как счастье, да, получаем. Хотел бы я уметь писать по-японскому, чтобы отправить милому открытую своему другу Хиро. Только где живут призраки? Прекрати врать, неудачи. Призраков не существует. Ты просто завидуешь, что у тебя нет друга призрака. Волком. Стрэндж. О, посмотри на этих милых плюшевых игрушек. Они все могут стать моими детьми. Не привязывайся к ним сильно. Не волнуйся, я только смотрю. Сама не верил. Так, туалет, выход. Похоже на другую дорогу к волку. Да, пойдем. Так, там же туалет. ВЦ это туалет. Раз нет? А, так, медведя. Мид.
Ну и ну. Похоже, эта часть закрыта для посетителей. А, проклятие. Тебе придется прократься мимо дворника, чтобы добраться до той стороны. Не дай себе увидеть, иначе она запрет тебя и позвонит твоей маме. Эй, не беспокойся, я милая маленькая. Я могла бы спрятаться за теми коробками. Прекрасная идея, спрятаться за коробками, пока она не повернулась к тебе спиной. Хорошо, я готова. Приступим. Так, давайте сейчас она пройдет, я сохранюсь на всякий случай. И полетели. Смотри, медведь на картинке ест фруктовое мороженое. Кажется, со вкусом клубники. Вкусняшка. Нет, там написано мясо. Как маленькая леди-ниндзя. Очень хорошо, неудача. Теперь, подожди, когда она повернется к тебе спиной. А потом убьет ее сзади? Что? Нет. Зачем? Так ниндзя делают в фильмах, и я видела буквально все. Не ври, маме. Но это не фильм, поэтому делай, как я говорю. Это ж вор. Когда она отвернется, ты можешь подпрыгнуть и идти дальше. Выпрыгнуть. А, ну ладно. По телевизору это выглядело намного круче. Я словно теневой мастер ниндзя. Она меня так и не увидела. Рано праздновать. Осталась еще одна коробка, мимо которой нужно прокрасться. Лучше смотри, как я отлично справляюсь. У меня получилось. Маленькая леди ниндзя лучше. Well done. Молодец. Спасибо. Бля. Мы уже совсем близко. Волф. Погнали к волкам. Да. Как раз. Я знал, что нужно было. Это выглядит как-то другим, который не был похож на остальных. Видишь? Да. А, так ты видишь? Да. О, смотри, подходит. Интересно, что тут написано. Подожди, а что? Смерти приводит что-то там пожиранию, да, было написано? Путь к сценарию искажен злобными играми мира духов. Что? Путь к чему искажен? Не обращай внимания на эти глупые глыбы. Зачем ты вставила? Пошли дальше. Вот мы здесь, и нас никто не увидел. Ты действительно доказал нам свои ниндзя навыки, неудача. Но я уверен, что прятаться лучше всех. Что прятался лучше всех? Нет, это не считается. Ты не маленькая леди, как я. Ты всего лишь голос. О, ты увидишь, я нечто гораздо больше. Тем не менее, теперь ты должна пойти и встретиться с волком. Ясно. Встретиться с волком, возможно, погладить и получить адрес Бенджамина. Как ниндзя. Смотри, здесь записка. Мне должно быть сказано, где живет лис. Нужно ее собрать. Я не могу дотянуться отсюда. Нужно найти ключ, чтобы открыть клетку. Я найду ключ. Вот увидишь. Здесь написано «Кеннис Лопус», также известный как «Большой Серый Волк». Его любимая закуска – маленькие девочки в красной шапочке. Это глупо. Помнишь? Пропавшие дети. Ага. Может, это он следит за этим? Думаешь, он ест детей? Кто знает? Ты прав. Мы должны сдать его копам. Нет, мы не хотим связаться с полицией. Ну ладно. Красная шапочка, ну, это понятно, стандартная сказка. Привет, ты кузен Бенджамина? Знаешь, пушистый лис с самыми драгоценными большими голубыми глазами. Пушистыми. Нет, я не знаю никого по имени Джонни. Кто это? Я говорю о Бенджамине. Он симпатичный лис, который в итоге украл мое счастье.
Он мне нравится меньше. Наверняка стоит прекратить беседовать с ним и попытаться попасть в клетку неудачи. О, ладно. Я вернусь, Волк, и мы разберемся насчет Бенджамина. Как думаешь, там может быть ключ? Не знаю. Пойдем и посмотрим. Только тихо. Как маленький ниндзя. Поняла. Как маленькая леди-ниндзя. Леди-ниндзя. Маленькая леди-ниндзя вошла в комнату. Теперь нужно отыскать ключ. Я уже говорила, что найду его. Вот увидишь. Смотри и учись, как нужно искать ключи. Может, мы найдем подсказку в компьютере? Да, но нужен пароль, я найду его. Ладно. Подожди, это картинка или нет? Фу. Это просто картинка. Ну, как видеозапись. Ключи в ведре? Не. Внутри нет ключа, но знаешь, сапожка для прогулки, затем... Мисфорчин. Так, неудача, соберись. Хорошо, хорошо. Мне показалось на секунду, что я начинаю глохнуть и на второе ухо. Я проверю карманы. Смотри, я нашла листок с какими-то цифрами. Оставь, может пригодиться. Хорошо. 89-45. Зацени мой компьютерные навыки. Держу пароль. Стой, неудача. Кажется, ты держишь листок вверх ногами. Не мешай мне. Я знаю, что делаю. Сиди тихо. Six. Ну, это понятно. Говорят, что 6. Так, стой. А если я это потом сделаю? Подождите, я хочу ключи найти до конца все. Лягу, я лучше сохранюсь на этот момент. Так, правила безопасности для общения с большим серым волком. Если волк бежит на вас, готовый атаковать, то у вас не должно быть никаких сожалений о вашей жизни, потому что, скорее всего, вы умрете. Здесь сказано, то... Получается, если у меня нет сожалений, волк даст себя погладить? Что? Так, я еще вижу куклу. Ха, секрет внутри. Круто. Ага, тут еще есть код. Окей, у нас тут два кода. Ключ здесь? Круто, еще одна кукла. Когда разбитые сердца избранные получат... Так, избранные получат дар от мира духов. Дар, говоришь? Что это? Ничего. Да, походу, это нужные вещи. Пахнет чаем. Красота. Так, хорошо, у нас есть код. Давайте сначала с компьютером попытаюсь. Ну, в принципе, она только на компьютере еще достает, да? Wait, Miss Fortune. Don't interrupt me. Давай, 80... Подожди, говорят, это 6. Тогда 86 45. Давай тогда 89 45. В смысле? Ну, 89 45. Ну, это 6. Голова сверху. 80.
6, хорошо. Ну, 45. Что-то не понимаю. 86, 45. 86. А тут вообще пятизначный тю. Что я смотрю? Нету никаких пасхалок в доме. Открытки. Рисунок какой-то. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Держу пари. Стой, неудача. Кажется, ты держишь листок вверх ногами. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Я знаю, что делать. Сиди тихо. Ну, так вверх ногами. Подожди. Ну, 89, 45. Why? Why no? 86, 45. Давайте тогда отсюда. 54, 98. 54, 68. Oh, yeah. Miss Fortune, да, неудача. Ромео Тенджонс, компьютерный гений. Really ты меня сильно удивляешь. Закрытый чат. Посмотрим, что здесь написано. Popsicle? Фруктовое мороженое? Это код. Звучит безумно. Так. Урани Эрвес. Хай, Юзе. Привет, ты здесь? Yep. Туалет. Да, я ходил в туалет. Лол. ОМГ. Не надо говорить эту информацию. Хау. Почему же... Нет. Это весело. Супер. We can talk some all the time. Вы можете что-то делать. Время. Care. Всегда. Член. About. Ключ 27 275 81 275 281. Эп. Вот и ключик. Yes, есть. Я лучше маленькая леди, нельзя. Ключ у меня. Well done, молодец. Удачи. Очень впечатляет. Спасибо. You. Так, ну в принципе, можем идти, да? Или там еще что-то есть? Подождите. Нет. Тогда все. Ага, пора встречаться с волком. Иди, волчонок, иди. Дай мне тебя погладить, я хороший человек. Волчонок, блин, что его испугало? Почему маленькая леди не может просто погладить волчонка? О, это было неожиданно. Не для меня. Обычно животные бегают от меня. И это печально. Ну стой, записка прямо тут. Я возьму ее. Подожди, это скрипт. Это понятно. А больше тут ничего, да, нету? А если б я своровал, тогда кошелек бы разбил бы стеклом, бы мне съел? Май, Эвил, мой так злой... короче, лис... Живет тут-то. Здесь написано, адрес моего злого кузена, Алиса... Лесная тропа 15, Аппенфилдс. Это адрес Бенджамина. Отлично, а теперь мы сможем вернуть счастье. Right,
Отлично, славно. Похоже, самый быстрый способ добраться до лица на лодке от Фантасмагории. Погоди, ты хочешь сказать, что мы попадаем в Фантасмагорию? Похоже, что да. Отлично, я всегда хотела пойти. Ура! Не, ну, следующее, когда я буду проходить, да, я не буду уже все вот это... Ты готова к новым порции вопроса, пока мы идем? Конечно, мои навыки отвечать на вопросы готовы. Отлично, отлично. И как обычно, будет чудесно, и все будет хорошо. Первый вопрос. Ты когда-нибудь слышала этот вопрос раньше? Какой? Какой вопрос, я не понимаю. Нет? Нет, ты имеешь в виду этот? Нет, я его слышал этот вопрос раньше. Хорошо. Второй вопрос. Ты когда-нибудь врала другу? Ну, в принципе, мы же с вами соврали этому мужику, поэтому да. Ну и я врал. Ты постоянно делаешь это в школе? Шарли, по-прежнему считаешь, что папа забирает меня после школы? Я просто иду за деревья и пробираюсь в дом, пока она не смотрит. Это так грустно. Если ты так говоришь... Теперь последний вопрос. Ты когда-нибудь видела чью-нибудь смерть? Да. Я видела, как умирала дедушка. Думаю, очень спокойно. Не так, как в фильмах. Все было иначе. Я попросила его проследить меня как призрака, но он пока не появился. И снова спасибо за твою честность, неудачу. Не за что. Мы приближаемся к Фантасмагории. Да, я слышу потрясающе. Ух. Ну, в принципе, здесь мы и закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Ой, здесь на сумке, если не ошибаюсь, если это три треугольник на треугольник, это отсылка к Зельде. Поэтому всем пока.